Это радиатор кондиционера на Mercedes 202. В таком вот состоянии у меня есть радиатор кондиционера. Касательно того, рабочий он или не рабочий, только нужно ставить, проверять. Так, в таком вот состоянии данный радиатор кондиционера. Сейчас покажу обратную сторону, а потом более внимательно обратим внимание на трубки. Так, вот он этот радиатор кондиционера на 202 Mercedes. Так, касательно трубок, то вот здесь отсюда это и выходит. Идет вот до сюда. И здесь она обрезана. Вот эта вот трубка. Туда снизу идет. Здесь она обрезана. Касательно вот этой вот трубки, то вот эта трубка отсюда идет. И здесь она как бы закручивается на трубку кондиционера, которая уже идет, видимо, на компрессор кондиционера. Вот, в общем, в таком вот состоянии у меня есть радиатор кондиционера на 202 Mercedes.